Ігор Конвішер – офіційний представник Крав Мага Малі, автор курсу «Дитяча безпека», суддя міжнародної категорії з ММА і фріфайту, автор книг і статей з бойових мистецтв. Стаж в єдиноборствах – 30 років, тренерський стаж – 20 років. Доброго ранку! Доброго ранку, дякую, що долучились до нашого ефіру. Тож, як я вже говорила, да, інфоприводи про те, що зникають діти. І ще раз не треба про це поговорити, як їх убезпечити. Все ж таки, давайте почнемо із найвідоміших схем викрадення дітей і їх заманювання, скажімо так, незнайомцями. Тому що досвід у вас цього приводу вже достатньо великий, і ми про це теж будемо говорити. Отож, давайте розпочнемо саме з цього. Найвідоміші схеми. Ні, ну не то, щоб у мене є опит похищення дітей. Захисту. Самооборони. На самом деле схемы очень просты. Ну, во-первых, нужно понимать психологию преступника. Он может действовать двумя основными способами. Первое – это спонтанно возникший умысел. То есть идет душевно нездоровый человек, да, видит на улице ребенка, который ходит без присмотра. У него возникает умысел на его похищение из различных побуждений. Да. Как правило, в таких случаях преступник, потенциальный преступник, он выискивает жертву, которая находится вне общества. То есть увлечена собой, увлечена какими-то внутренними проблемами, лазит там в гаджетах и не обращает внимания на окружающее. Второй момент, когда преступник заранее подыскивает себе жертву. Мы сейчас говорим не только о детях, в принципе, это актуально для любого случая киднеппинга, для похищения взрослого, либо для похищения ребенка. Да, когда жертва заранее подготовлена, уже отследили конкретного человека. Да, здесь сложнее, конечно же, но в любом случае действовать будет преступник двумя, опять же, способами, в свою очередь. То есть первое – это достаточно безлюдное место, где не обратят внимание, проходные дворы, там частный сектор какой-нибудь, да, где-нибудь там за гаражами, то есть там, где нет большого количества людей. Либо действовать может совершенно нагло, рассчитывая на то, что окружающие воспримут его как родственника этого ребенка. И не воспримут крики ребенка как крики о помощи, а подумают, что ребенок капризничает. Ми з сином були на навчанні безпеки дитини 2, і я помітила, що окрім того, що вчили, як правильно відреагувати, як втекти від нападника, окрім того, зробили зауваження от саме на капюшони, зауваження на наушниках, так, щоб дитина менше ходила. Не меньше ходила, чтобы вообще не ходила по улице в наушниках и капюшоне. Но на самом деле это очень важные вещи. Каждый раз с детьми, проводя занятия на детской самообороне, я проводил эксперимент. Да, надевал ребенку капюшон и предлагал ему заметить, с какого расстояния он способен обратить внимание на подходящего к нему человека. Да, и каждый раз оказывается, что в принципе заметить человека, подходящего сзади, сбоку, невозможно уже. Дело в том, что капюшон, наушники, любой гаджет, находящийся в руке, он отсекает внешние шумы, и человек, который находится в капюшоне, который находится в наушниках, который поглощен изучением, получением информации с телефона, с мобильного, например, да, он прекращает обращать внимание на окружающих. Его зрение сужается до минимума, у него отсутствует периферийное зрение, и наш мозг устроен таким образом, что отсекаются посторонние шумы. Человек уже не способен среагировать на внешнюю опасность. Своє время среагирует. Ось, читаючи новини, да, про зникнення дівчат, хлопців, бачимо, що вік в середньому 11-14 років. Ви дійсно проводили проект, тренували дітей, безпека дитини, розуміючи їх психологію, коли можна, в якому віці випускати дитину одну? 11 років – це нормально чи ні, коли дитина йде сама? Чи це все ж важко? Які і 7 років кажуть, іди до хліба, там недалеко. Діло в тому, що, розумієте, як… Ну, мы вынуждены ребенка отпускать самого иногда. Мы же не можем ходить с ним за руку там, вплоть до его свадьбы. Коли розпочинати, тому що дивіться, хтось із моїх знайомих вже 6 років каже, хай йде, хай навчається самостійності, хтось 14 боїться випустити. От як знайти компроміс цієї ситуації? Я не можу відповідати на цей питання. Цей питання має вирішувати кожен батько сам на себе. Я знаю, що мене батьки відпускали... отправляли в магазин уже в 5-6-летнем возрасте. Может быть, потому что меня им было не очень жалко, у них был еще запасной вариант, старший мой брат. Это шутка, конечно. Это жарты, да. Да, шутка, конечно же, да. Они будут смотреть, увидят это и будут переживать. Шутка, конечно же, да. Но просто каждый родитель сам для себя должен решать, когда и какую степень свободы ему предоставлять ребенку. Вот я слышал от... читал, якобы практикующие психологи в сфере безопасности говорят о том, что на беспризорников не нападают.
якобы, например, да, что беспризорник, он уже как волчонок, он никого к себе не подпустит, чепуха это полнейшая, нападает на всех, просто беспризорники не пишут заявления. Ну, по ряду причин, да? Да. То есть нападения на беспризорных детей остаются латентными. То есть никто не занимается изучением этого вопроса. А речь идет о предоставлении степени свободы ребенку. То есть где ему можно находиться, где нельзя. По каким маршрутам можно ему передвигаться, а по каким ему нельзя передвигаться. Вот об этом речь. А с какого возраста, ну, каждый должен решать, наверное, для себя. Зрозуміло, дякуємо вам. Ваші поради, що робити у випадку, якщо до дитини вже нападають? Конкретно, тому що от на 11-річну дівчинку в Одесі Дарі напали, вона почала кричати, кричала довго, ніхто не допоміг. Ваші поради, Ігор? Наверное, нужно начать не с того, что делать, когда уже напали. Курсы самообороны, курсы детской безопасности, я всегда занятие начинал с того, что определяю с ребенком безопасную дистанцию. Дело в том, что в силу психофизиологических особенностей у ребенка очень мало шансов отбиться от взрослого нападающего. Ну, мы же это прекрасно понимаем. Во-первых, физика еще не позволяет. Да, физически ребенок значительно слабее, чем взрослый нападающий. Да? Во-вторых, психически он еще неустойчив и может вполне свободно может растеряться. Взрослый растеряется, скорее всего, да, ребенок, конечно, тем более. То есть определение безопасной дистанции. А определение безопасной дистанции краски проистекает из того, что необходимо постоянно находиться в состоянии бдительности. Нельзя быть поглощенным своими мыслями. Нельзя лазить в соцсетях, в телефоне, да, там, слушать музыку, для того, чтобы можно было своевременно обнаружить опасность. Постоянная бдительность. Значит, следующий момент – не подпустить незнакомого человека к себе. Далее, подать своевременно сигнал о помощи. Да, девочка кричала, но мы должны учитывать, что это был поселок, и ну, мы уже никогда не узнаем, как там произошло нападение на самом-то деле. Да? Мы знаем единственное, что соседи сказали, что она кричала, но не придали особого внимания. Вернее, там один сосед вышел, там, подумал, что собака напала, вышел с лопатой, уже никого не увидел. Да? То есть, исходя из того, что мы знаем, нападение, как я уже и говорил, наиболее типичное нападение. Нападение происходило на безлюдной улице. Ну, скорее всего, в поселке там не очень большие потоки людей на улицах ходят. Да? Вот и отсюда и проистекает эта бдительность и дистанция. То есть девочка, видимо, позволила этому человеку, не человеку, конечно же, да, животному, да, позволила подойти к себе на то расстояние, на котором он смог ее схватить. А утащить ребенка много времени не нужно. Тем больше он тащил так себе домой, там расстояние небольшое, да? Вот. Поэтому дистанция безопасная, прежде всего, и бдительность. Вот самый главный момент. Так, що ще? Які ще є поради? Тому що може якось криками дистанцію затягнути час, да? Щоб більше людей почуло, більше звернуло увагу. Безумовно, що фізично ми не можемо тікати, на одні ваги. А якщо ти втекти не можеш? Ну, якщо дитина втекти не можеш? Я завжди, навіть коли маленька була, я думала, я хоча б його подряпаю, щоб ви знали, хто що. Если ребенок подряпает взрослого человека, это возможно лишь облегчить процесс доказывания совершенного преступления. Мы просто как юрист в прошлом, далеком прошлом, да, я вам говорю такими наукообразными словами. Но никак ребенку не поможет подряпина. Есть четкая схема, которая разработана в Крав Мага, которую я имею честь представлять. Да? Четкая схема физической защиты от нападения. То есть мы должны понимать, что ребенок не может причинить вред взрослому нападающему, нанеся ему, как многие советуют, удар ногой по голени. Это абсолютно бесполезно. Да. Да, это такие заблуждения. Кто-то когда-то сказал, мне так нравится, это я подхватил это выражение, это курсы санитара сумасшедшего дома. То есть нанести удар по голени, например. Нанести удар пальцем в глаз. Да не попадете вы в глаз, глаз маленький. Тем более, что продуктивно. Да, то есть, ну это все чепуха. То есть на самом деле мы должны понимать, что, опять же, вне контекста взрослый или ребенок, в принципе, есть, в общем-то, две более-менее адекватные цели для поражения. Это пах, прежде всего, особенно ребенок, который ниже ростом, да, в лицо он там не дотянется, и голова. Да. То есть только вот лишь две цели, куда можно нанести более-менее эффективный удар. Ни голень, ни бедро, там, ни по рукам, ведь это все это бесполезная чепуха. Не кусаться. Не бесполезная даже, а вредная. Да. Ну, сила сжатия челюстей ребенка – это не то же самое, что сила сжатия челюстей кавказской овчарки. Вряд ли он прокусит руку там до кости, правда? Поэтому, опять же, кусаться – это, ну… Опять же нанести, ну, вследствие укуса, а укус предразумевает близкую дистанцию, то есть когда взрослый уже, когда нападающий схватил уже ребенка, да? То есть ребенок кусает взрослого, взрослый бьет его по голове, ребенок теряет сознание, и дальше он спокойно его утаскивает в нужном ему направлении. То есть, опять же, укус – это, ну, не особый такой вариант, как на мой взгляд.
Ну що, друзі, ми щойно говорили про самооборону дітей. Зараз вже готові показувати вам на практиці найкращі вправи, скажімо так, так? Найбільш типічні упражнення. Найтипічні, так. Що це за вправа? Я так розумію, ми вже його, в принципі, показували її в нашому ефірі, але, як то кажуть, щоразу повторювати потрібно, тому що один раз побачили це одне, а потрібно щоразу відпрацьовувати ці руки. Звісно, особливо, якщо раз в півгода смотреть ефір, посвящений самообороні, то дуже сильно поможе, да? Іронія. Значить, давайте ще раз, з самого початку, Едік, ти ще з нами? Включаємося, да? Значить, перше, це безпечна дистанція. Едік нам покаже, яка є безпечна дистанція до незнайомого чоловіка. Значит, безопасная дистанция та, на которой незнакомый человек не может дотянуться с места или шагом до ребенка. Соответственно, это 2 или больше метров, чуть-чуть назад. Если ситуация складывается таким образом, что может произойти нападение, необходимо поднять руки, да, и четко голосом обозначить «не подходи, стой на месте». То есть человек пытается подойти, Эдик поднимает руки, делает шаг назад, не кивает, а делает шаг назад, да, да. Понятно, подходи. Молодец, хорошо, подходи ко мне ближе. Дальше. Если же все-таки нападение состоялось, да, конечно же, легче всего это понятно, освобождаться от захвата, который не произошел. Но если же так получилось, дай руку, пожалуйста. Схватили за руку, да. Необходимо освобождать руку в сторону большого пальца. Для того, чтобы легче было сорвать захват, необходимо нанести удар ногой в пах. Здесь покажет ладонь ногой. И делая шаг назад, круто, молодец, делая шаг назад, не тянет руку, а сгибая ее в локте, выдергивает к себе. И сразу же отбегает назад, поднимая руки, чуть согнутые в локтях. Давай еще раз, да? Вот, схватили за руку, ногой, согнул локоть, отошел. Круто. Вот это уже на что-то похожее. Мы можем еще раз показать, да? Давай для разнообразия за другую руку. Схватили, удар ногой. Выдернуть руку, отойти назад, руки поднять. Крутиться не надо. То есть ребенок должен контролировать происходящее перед собой, ну и, соответственно, вокруг. Второй наиболее типичный захват – это захват за верхнюю, за плечевой пояс. То есть это может быть непосредственно за плечо, за рукав, за одежду на груди. То есть, да, схватили, пытаются тащить. Абсолютно правильно, но сначала мы снова-таки наносим удар ногой. Раз. И теперь маховым движением рукой срываем захват. Пока людина відволіклась, так? Да, абсолютно правильно. И обратите внимание, какую сторону Эдик вращал рукой. Он вращал рукой в ту сторону, где пальцы разгибаются. Если пытаться сделать это рукой согнутой, попробуй, покрути руку. Сорви мой захват рукой, согнутой. Согнутой рукой срывать захват не получится. То есть именно маховое движение рукой в другую сторону, вот сюда. Вот сюда, раз, захват сорвал, отошел назад, поднял руки. То есть вот примерно так это работает. Это два наиболее простых, наиболее типичных способа. Понятно, что ну, захваты могут быть разные, но взрослому, во-первых, неудобно и не нужно брать двумя руками, скорее всего, ребенка, да. И другие типы захватов, там за одежду внизу, там где-нибудь, да, тоже маловероятно. То есть наиболее типичный вот плечевой пояс и запястье. Схватил и потащил. Давай мы еще раз сделаем первый вариант и второй, да. За запястье схватили ногой, раз. Вырвал захват не к себе, а движение рывковое за счет сгиба локтя. Давай, отобьешь мне ладонь уже окончательно. И назад. Раз. И второй вариант за плечо. Ногой ударил. Бам. Сорвал. Отошел назад, не забыв поднять руки. Вот примерно це, хочу сказати, ми все одно ми після самооборони прийшли до дому і довго тренувалися, тому що дитина іноді і вперед крути, і назад крути, і оце потрібно відпрацювати оці руки. Тобто не все так просто, як здається. Да, діло в тому, що, як правило, те, що кажеться простим, простим не є. Понимаете? А діло в тому, що то, от чего зависит наша жизнь, и тем более жизнь наших детей, да, я думаю, стоит посвятить определенное время для того, чтобы научиться. Первое. Второе. Именно кравмага предлагает наиболее простые способы решения сложных ситуаций. То есть, есть там приемы. Какие ты, кто может навчаться? Знаете, я ориентировался, у меня же есть постоянно действующая детская группа по крав мага. Я изначально ориентировался с 10-летнего возраста, потом немножко возраст снизил. Сейчас по инициативе Татьяны Жариновой, которая была координатором проекта «Детская безопасность», «Детская безопасность 2», и по просьбам родителей, я снизил еще возраст детей, которые могут ходить на тренировки. До 7 лет, 7-6 лет. Ну, желающих было много, а дошло, пока дошли единицы. Не знаю, с чем это связано, может, потому что люди любят бесплатно, а деньги не, за деньги не любят. Не знаю, не буду комментировать.
Так, не будемо на такій ноті. Я переконана, що в будь-якому разі такі заняття дуже корисні, і батьки будуть більш впевнені в своїй дитині, більш впевнені в тому, що, по-перше, і пояснювати одне діло, що не можна з тими та спілкуватися з тими, а з іншої сторони, навіть якщо вже таке відбулося, вже хоча б будеш знати, що дитина максимум зробить для того, щоб вирватися. Проблема в тому, що батьки, як правило, не розуміють структури дій дитини. Вот. То есть там не разговаривай с незнакомыми дядями, это все понятно. Должна быть четкая структура, которую мы обсудили с вами. Дистанция, бдительность и так далее. Що, дякую, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії був сьогодні Ігор Конвішер, тренер з Крав Мага. І дякую за ті вправи, які ви сьогодні продемонстрували. Будемо далі відпрацьовувати і переконана, що глядачі будуть їх відпрацьовувати. Спасибо вам, да.